отдыхающие в Анапе за деньги могут сделать все, что угодно. Давайте посмотрим, так ли это. Вам нужно будет отжаться всего лишь 25 раз, и за это мы дадим вам 500 рублей. Согласны? Поехали! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Если вы добежите до того столба за 15 секунд, вы получите 1000 рублей. Вы готовы? Да. На старт! Внимание! Марш! Шлепок забыл! На старт! Внимание! Марш! Не обращайте внимания, что тапок. Мы потом, когда будем редактировать, мы микрофон ставим. А сейчас мы дадим 500 рублей тому, кто в течение минуты не рассмеется. Как вы считаете, вас можно рассмешить? Не знаю. Давайте посмотрим. А зайца ударишь? Слабо зайца ударить, наверное. Эй! Скажите, пожалуйста, как вам отдыхается в Анапе? Отлично, очень хорошая погода. В Анапе замечательно отдыхается. Что понравилось? Если ты скажешь с открытым ртом букву П, то получишь 500 рублей. Говорят, что банально перед тем, как купить какой-либо товар, его можно попробовать. Давайте проверим, так ли это. Хватит? Молодой человек, что вы делаете? Молодой человек, что вы делаете вообще? Что вы там мире? В общем, милицию вызвать. Ну это ужас. Вы что делаете? Я позову милицию. Слушайте, хватит, прекращайте. Слушай, все, хватит, я же за него.